Всем привет! Я ехала на ретрит с запросом обретения себя, своего ясного мысления, своего состояния любви к себе. Я всегда знала внутри, что я на самом деле прекрасная, да, я как в сказке, это царевна-лебедь, у которой звезда во лбу горит, но эта звезда не горела. Ребята, я приехала на ретрит. Представляете, я освободилась от этого блока, вообще от этой программы, которая эту мою звезду. Я не знаю, что она с ней делала, но звезда не горела, она потухла. Сейчас, ребята, я ее вернула, представляете? Это такое счастье, это такое освобождение. Всем привет! И данный видеоотзыв я хочу записать замечательному, просто мастеру, да, в своем деле. Это Дмитрию Соболеву, который проводил со мной неоднократную работу, да. Я проходила у Дмитрия 2 ретрита, и ровно год назад, да, я проходила у него ретрит, который за этот год очень сильно изменил мою жизнь. То есть если до ретрита я жила, то есть одна, была несчастна, у меня не было отношений, я не знала, что мне делать вообще в этой жизни. То есть я жила в съемной квартире, да, со старым ремонтом, вот это вот все. И пройдя у него ретрит, на первом же ретрите мне открылись вот эти все знания, да, почему у меня в жизни стало, почему у меня в жизни так происходило. И вот уже спустя год, да, оказавшись в этой точке, то есть вот я живу совершенно по-другому. У меня появились классные отношения, в которых я развиваюсь. У меня поменялось вообще просто все мое, вот это вот то, что меня окружает, все вот это пространство. И я за это очень благодарна Дмитрию. И вот буквально месяц назад я проходила у него еще один ретрит. И он был еще мощнее просто. И из меня просто такие штуки там вылезали, выходили. Дмитрий меня вел, Дмитрий мне помогал. Он из меня все это вытаскивал. Что сейчас, вот месяц, да, который прошел, вот у меня был откат. И вот в этом откате вот это вот продолжает все вот это вот подниматься, и я вот уже здесь, в реальной жизни, на физике уже сама, то есть при помощи, опять же, гипнотерапии, да, с целителями. Опять же, еще, кстати, хочу сказать, что очень мощные мне проработки делает ученик Дмитрия Соболева, это Кирилл Злобин, Владислав Тихонов, это его ученики, и то, что сейчас из меня достается, это вот, это как раз-таки то, что беспокоило меня всю мою жизнь, что создавало вот это в моей жизни вот эти вот несчастные отношения, то есть и все по кругу. И эти отношения, которые не складывались, это как петля. И благодаря Дмитрию Соболеву я научилась, да, справляться с этим, я получила инструменты, как с этим работать, я получила понимание уже внутри себя, что как важно от этого отделяться и идти в это, в неприятную, в эту боль, да. Порой даже бывают такие моменты, где всплывает программа, и вот признаться человеку в этом очень страшно. Но пройдя вот такой мощный ретрит, то, что какие там я страхи проходила, да, еще и на каких дозировках, это, конечно, лучше не озвучивать, да, чтобы не шокировать, да, вас, вот, и уже на физике, уже ты уже понимаешь, что как нужно это проживать, как с этим нужно работать, и я очень благодарна, что вообще Дмитрий Соболев тогда, год назад, появился в моей жизни, и который дал мне вот это направление, как дальше идти, да, как дальше разбираться, да, вот во всех этих вот своих глубинных внутренних проблемах. И то, что вся вот эта проделанная работа, она
вернула мне мою жизнь, да, этот процесс продолжает, да, быть, происходить. И я теперь поняла, что как нужно, да, мне, как мне нужно дальше в жизни своей развиваться, в чем мне нужно развиваться, и чтобы уже создавать и строить дальше свою жизнь все лучше и лучше, все прекраснее и прекраснее. И я очень благодарна Дмитрию Соболеву и желаю всем вам таких же успехов, таких же результатов, таких же изменений, трансформаций, как у меня, и, возможно, даже мощнее. Так что всех благодарю.